страшно, ты выходишь на сцену, и вот ты слышишь твою любимую музыку, ты начинаешь танцевать, и вот ты понимаешь, что, как бы, что сегодня ты победил страх для того, чтобы сделать себя счастливым. Или что-то было вообще такое хорошее. А! В общем, тебе тоже очень страшно, ты уходишь, танцуешь, а в конце зрители хлопают тебе, они благодарны. И вот это... Я все равно собиралась говорить, поэтому мне, в принципе, все равно что. Не, я вспомню, что там с благодарностью зрителей. Я давно думала, а сегодня вообще я очень долго думала, что происходит вот с нами, вот со мной сейчас происходит. Вот я сидела там, ну такая вот абсолютно спокойная, такая, ну, взгляд.